15 августа в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана. На брифинге военным представителям зарубежных стран была предоставлена подробная информация о фактах активности незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении в последние дни на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Отмечалось, что использование Лачинской дороги для незаконных военных перевозок недопустимо. Предложенная азербайджанской стороной в качестве альтернативы дорога Агдам-Ханкенди еще больше ускорит своевременную доставку необходимых грузов армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, а также их реинтеграцию в Азербайджанскую республику. Также было отмечено, что азербайджанской стороной были зафиксированы факты подкрепления незаконными вооруженными формированиями боевых позиций в Карабахском экономическом районе в целях подготовки к новым провокациям, а также массового вооружения гражданского населения путем размещения в нескольких населенных пунктах боевой техники различного назначения, в частности средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы. Отмечалось, что подобные провокационные действия, сопровождающиеся сосредоточением боевой техники и артиллерийских установок в направлении условной границы Армении с Азербайджаном, приводят к росту напряженности в регионе. Была особо отмечена недопустимость подобных действий противника, пытающегося использовать миссию Евросоюза в Армении в качестве инструмента для маскировки своих противозаконных действий, направленных на формирование ложного мнения в международном сообществе. В завершение были продемонстрированы видеоматериалы, связанные с упомянутыми фактами, и даны ответы на интересующие представителей вопросы. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.